Если вы задумываетесь о своем будущем и о будущем своей семьи, я покажу, как создать постоянно растущий источник дохода, как хорошо жить, процветать и стать успешным человеком. Естественно, работая по найму, вы никогда не будете жить так, как вы того заслуживаете, потому что вы продаете свое время, таланты и способности за очень маленькие деньги. И идете целенаправленно к пенсии в $100-200. Я расскажу, как через 3 месяца зарабатывать от $10 000, сидя дома. Как может, сидя дома за компьютером, простая домохозяйка, которая не владеет какими-то специальными навыками, зарабатывать такие деньги? Как может делать это пенсионер, любой работающий человек в свободное время и любой студент? Я отвечу на 3 главных вопроса. Что это за бизнес, сколько здесь можно заработать и что для этого нужно сделать? Что мы здесь делаем? Мы не занимаемся продажами, не раздаем каталоги, не создаем склады товара у себя дома, не изучаем часами продукт, его состав, не проходим школы по продажам. Мы строим потребительскую сеть, где каждый ее участник является потребителем. Потребительская сеть строится от человека к человеку. Все, что вам нужно сделать, спросить у ваших знакомых, хотят ли они жить лучше и уже через 2-3 месяца иметь доход от $10 000. Если вам сложно представить такой доход, задайте другой вопрос. Хотели бы они каждую неделю зарабатывать $300-500? Те, кто этого хочет, подключаются к системе. Как это работает? Как построить потребительскую сеть? Наверняка среди вашего окружения есть люди, которые хотели бы жить лучше, которые хотели бы зарабатывать. Эти люди вам уже ответили на предыдущий вопрос. Да. Вы дали им информацию, уже готовые ролики, сайты, которые предоставляет вам компания. Ваш человек заинтересовался следующим шагом. Вы знакомите его со своим наставником, который отвечает на его вопросы. Ваша работа здесь очень простая. Задать правильный вопрос, показать информацию и вывести на своего наставника, который поможет вашему человеку разобраться в этом бизнесе и подскажет вам, как сделать первые шаги, что вы будете делать с ним дальше, чтобы он тоже зарабатывал. Итак, вы пригласили в первую неделю 3 человека. В следующую неделю вы помогаете этим 3 также найти в своем окружении 3 человека, желающих хорошо жить. В третью неделю у вас уже 27 человек. Через 8 недель ваша потребительская сеть заполнится, и вы выйдете на доход от $10 000. Но на самом деле у нас здесь 8 видов заработка, поэтому общий доход ваш составит от $30 000.